Настоящий кроссовер для бездорожья. G-Tour T2 официально презентован в Узбекистане. Сколько стоит эта машина и что она предлагает за свои деньги, какие у нее характеристики, в нашем обзоре. Машина всем своим видом дает понять, что она действительно внедорожник не только экстерьером, но и интерьером. Вот, к примеру, посмотрите на вот эти ручки. Чем-то напоминает действительно классический внедорожник Defender. Плюс машина у нас достаточно высоко поднята, и такой порог действительно нужен. В некоторых кроссоверах ты такой думаешь, ну и зачем он? Здесь без него сложно. Вот тут есть еще ручка, за нее хватаемся, встаем на порожек и легко выходим. И также легко заходим. Без него было бы сложнее. Но несмотря на то, что это внедорожник, тут салон, он не спартанский, он достаточно комфортный. Вот, к примеру, у нас дисплей 15,6 дюйма, он просто огромный. Причем, вы так можете посмотреть машину, он сенсор очень отзывчивый, приятный. Такой есть не везде. Управление климатом здесь у нас тоже через, получается, экран. Плюс ко всему, тут сюда же и выведены различные помощники, помощь при спуске, стабилизация, охлаждение на бездорожье, интересно, что это. Здесь у нас целых два слота для беспроводной зарядки, плюс ко всему снизу у нас есть USB-C, USB-A, и посмотрите, какой мощный у нас здесь селектор, выглядит внушительно. В качестве дополнительной опции вы можете приобрести себе пакет Black Knight, прямо из салона вы можете забрать вот такую машину, у нее дополнительные обвесы появляются, и Т2 действительно преображается. Прям все перечислять, что здесь добавили, это будет очень долго. Постараемся показать все это на кадрах. Поэтому, если есть возможность купить машину в таком варианте, то, я думаю, вы сможете удивить людей на дорогах. На двери багажника у нас расположена запаска, она не полноразмерная. Но вот здесь зато есть камера заднего вида. И здесь на вот этой дверной карте много всего интересного. Во-первых, здесь можно дополнительно вешать до 3 кг груза. Есть специальные подстаканники, где вы можете закреплять все, что вам необходимо. Также вот здесь есть дополнительная ручка. Вы можете открыть багажник изнутри, вот так потянув ее. Вот это, ну, не знаю, в жизни не догадайтесь, но это открывашка. Да? Какие-то напитки можно будет так чик и открыть. Вот, здесь еще у нас есть фиксатор. Вот так, если его закрепить, то дверь, она вот сейчас открывается. Переводим его вот сюда. Уже не закрывается. Объем самого багажника составляет 560 литров. Он очень функциональный, на самом деле, потому что тут достаточно много всяких крючочков, кармашков, где вы сможете цеплять вещи, пакеты, там, натягивать какие-нибудь сетки и так далее. Вот, если мы сложим задние сиденья, то тогда объем багажника у вас будет 1500 литров, что достаточно внушительно. Ну и вот как, конечно же, здесь есть прикуриватель, вот, колонки есть дополнительные, поэтому в целом, учитывая, какая тут еще дверь, багажник, можно сказать, функциональный. Как опция у нас имеется панорамная крыша, очень большая, ну, понятно, машина у нас тоже не маленькая. Ну и помимо того, что есть сама панорама, имеется у нас и люк. Эта музыка там на улице играет? Вот, а сейчас давайте шумку оценим как раз. Давай. Вот я сейчас закрою люк, вот здесь даже... О! Блин, ладно, вырубили. Цена на G-Tour T2 начинается от 268 миллионов сумов. Двухлитровая версия обойдется в 535 миллионов. Помимо всего прочего, внедорожник оснащен современным интеллектуальным полным приводом, который обеспечивает надежную и мощную работу на различных дорожных покрытиях. В T2 также внедрена система BorgWarner XWD с интеллектуальным управлением крутящего момента и функцией блокировки дифференциала. Интеллектуальная система переключения режимов вождения автоматически распознает дорожные условия, позволяя водителям легко приспосабливаться к особенностям маршрутов. Итак, мы чуть-чуть поездили на этой машине, и что могу сказать? Во-первых, динамика. Здесь у нас 2 литра турбо, 254 лошадиные силы. Машина сама по себе мягкая, вот, едет очень плавно, комфортно, при этом разгоняется. Что касается внутренности, так сказать, силовой конструкции, если так можно сказать, то здесь не рама. Кузов у нас несущий, но при этом все равно машина у нас создана для бездорожья. В свою очередь, 1,5-литровый турбированный двигатель выдает 184 лошадиные силы, 290 ньютон-метров момента. Заявленный расход 8,35 литра на сотню. Двухлитровая же установка выдает 254 лошадиные силы, 390 ньютон-метров момента. Заявленным расходом 8,83 литра на сотню. Узнать подробнее про G-Tour T2, да и другие модели, которые представлены в Узбекистане, вы можете по информации на экране. Но у меня на этом все. До скорых встреч.